Всем привет-привет, это канал Котики на Котиках, и сегодня у нас видео, как мы будем перекладывать из старого пенала в новый пенал. Который тебе подарили зайчики. Да. Не, котята. Котята. Какие зайчики? Котята-зайчики. Кота-зайчики. Кота-зайчики. Первый у нас на очереди Первый у нас на очереди точилка. Точилка. Место для точилки. Точилка у нас будет лежать вот тут вот в кармашке. Угу. Я так думаю. А я так думаю, что там лучше карандаши и ручки положить. А точилку вовнутрь, да. И вовнутрь надо же, чтобы ребенок был не голодный, какой-нибудь перекусик. Вот такой. Вместительный у вас пенальчик. Залезайте. Дальше нам, конечно же, нужно две запасных ручки. Каких? Ну, специально для правильного письма. Да. С треугольничками. Это не треугольнички, это овалы. Кто? Овалы. С овалами. Ага. Хорошо. С отверстиями для пальцев. Да. Их мы ложим в вот сюда. Всовывать будете, да? Да. Одну ручку, вторую ручку. Обязательно надо какую ручку цвета? Синим. Дальше нам нужна зеленая ручка. Зачем она вам в школе? Чтобы обводить в кружочек. Вот я думаю, ее надо с краю, там поменьше. Вот сюда, ближе к котенку. Самый последний. Нет, да, вот сюда, вот да. Ну, короче, просто ближе. Да. Дальше мы берем карандашики. Обычно все носят два карандаша, но я беру все время четыре. Я знаю даже почему. Потому что я все время забываю карандаши выложить. Да. Или кому-то раздаешь. Да. Да. Бесплатно. Бесплатно? Да. Может, еще и безвозмездно? Никогда и... То есть, даром? А? Нет, мне никто в принципе, никогда не раздает обратно. Поэтому я заставляю обратно мне отдать мои ручки. Ну, понятно. Так, их мы засунем в одно отверстие. Чтобы знали. Дальше у меня есть вот такой вот... Ластик. Миленький ластик. С котиком. Я его предлагаю сюда запихнуть, чтобы он не был разворошен. Да. Клей и ножницы обязательно, чтобы были. Клей, кошачья лапка. Фиолетовый. Твой любимый. Да. Его я хочу внутрь положить. Правильно. Дальше. Ножницы. Ножницы внутрь. Обязательно. Обязательно. И цветные карандаши тоже внутрь. Цветных карандашей у меня не полная коллекция. А должна быть? А должна быть красная. От красного до фиолетового. Ты мне скажи, зачем тебе коробка? Почему ты любишь коробки? Я люблю коробки. Я котик. Предлагаю положить простые карандаши по два штучки в одно отверстие. Логично. Логично. Так они не разбегутся никуда, и ты будешь знать, что у тебя два комплекта. Да? У меня двойной карандаш. Да. И еще там у тебя целая куча места. Что положишь? Не знаю. Не знаешь? Перекус. Перекус? Ну, мне еще нужно будет доложить несколько цветных карандашей. И что еще? И, пожалуй, все. И, наверное, что-нибудь вот сюда хотели бы доложить. Доложить? Что-нибудь миленькое положить. Карточку, например. Не, карточку, как я буду так вот пенал прессовывать или что. Так. Ну, не знаю. В общем, ты уже все сложила? Да. Застегиваешь? Да. Теперь у тебя новый красивый пенал? Кстати, есть фишка. Какая? Вот так вот. Берешь, у тебя вот этот пенал, ты можешь... Открыть? Вот так вот взять. Например, вот я взяла фиолетовый, положила его обратно. Потому что без фиолетового никуда? Смотри, закрыла. Открыла. И залезла, полазила. И взяла еще раз фиолетовый. Ну, только ничего себе. Есть дырка и вот такая сеточка, которая ее отделяет. И ты можешь так вот что-нибудь поставить и списывать. И никуда ничего не рассыпется, да? Нет, никуда. Рекомендуете? Да. Ссылка будет где? В описании. Ну, Маши, всем котик пока-пока. Очень рекомендую. Всем пока-пока, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Котика пока-пока. Ложите в свою коробочку. Котик, иди спи. Он вас провожает.